Слава Украине! Привет всем от Полонского. Вы знаете, вот в своем предыдущем видео по поводу зрады в Израиле я, видимо, попал в самую точку, потому что люди активно реагируют, и большинство со мной согласны с моими выводами. Я бы не сказал, что это выводы, там я сделал о том, что Нетаньяху напрямую причастен к тому, что произошло вокруг Газы. Но, в принципе, да, с большой долей вероятности можно говорить это так. Но тут еще дело не в этом. Некоторые вот просто воспринимают критику Нетаньяху как критику Израиля, извините. Ну, точно так же, как на России, вот критика Путина – это критика России. То есть, да, вот если не Путин, то кто? Если не Нетаньяху, то кто? Если не Ким Чен Ын, то кто? Странам, типа, вот поймите тоже правильно, таким странам, где очень долго один и тот же товарищ у власти, да, бессменный лидер, бессменный руководитель. Увы и ах, Израиль оказался в одной когорте с Северной Кореей и Россией, и Экваториальной Гвинеей, кажется. Ну и еще там, да, рядом стран, в которых несменный руководитель, и его избирают автоматически, он дальше идет и охреневает, потом уже вообще до несказанной степени начинает чудить. Сходит с ума постепенно, да? Вот. И очень многие люди воспринимают вот эту критику своего бессменного Ким Чен Ына как критику своего собственного государства, что это не так. Не, государство тоже можно критиковать. Ладно, не во время войны, допустим, да. Но у израильтян есть свой Ким Чен Ын, это абсолютно очевидно со стороны. И вот теперь что я хочу дать, это аналогию с Украиной. Конечно, у нас нету Ким Чен Ына и никогда не было, потому что у нас было 6 президентов, а в Израиле за это время, по-моему, один премьер-министр, президент у них там власти не имеет. Нет, по-моему, еще один был, да, вот недавно, Беннет был, но он так пролетел, как этот Мишка-дурачок на России, да, он фить, и его нету. Но Мишка там хоть 4 года сидел, а этот вообще исчез моментально. Да, а так все на Нетаньяху постоянно у них, да, местный Ким Чен Ын. Вот, и вот как-то так. И они его неправильно воспринимают уже. Ой, что-то сказал про Нетаньяху, все, капец ты сказал, ты антисемит, ты против Израиля. Да ничего подобного. Да ничего подобного. Давайте теперь я вам дам просто аналогию с Украиной. У нас была точно такая же Газа, но, как вам сказать, она была точечная. Смотрите, у нас был Херсон. Да, все помнят, Херсон, начало войны. Как расисты зашли в город, я там даже видео снимал, я его не вывешивал, именно я там снял видео с места погребения вот этих наших героев ТРО, которые там встречали бутылками российскую бронетехнику, все погибли. Вот, я его не вывешивал там по ряду причин, вот, неважно. Значит, у нас тоже была такая зрада, и она расследуется. Значит, смотрите, у нас... Когда брали Херсон, и вот там, когда расисты продвигались в сторону Мелитополя на юге Украины, арестован в настоящий момент начальник СБУ Херсонского, арестован начальник СБУ Крымского. То есть люди, которые были в курсе дела, люди, которые по всей... Я не могу сказать точно, на каком основании, какие... Там державная зрада у них идет, но что именно и как именно, мы, наверное, узнаем после войны. Но уже пошло расследование, эти вещи расследуются, и все становится на свои места. Значит, смотрите, у нас, по всей видимости, вот зрада была вот на этом уровне. Генералы, да? Генералы, которые просто рассудили, что им, видимо, под российским прикрытием будет... будет уютнее, и, собственно говоря, они сдали юг Украины, имели на это все возможности, оперативные возможности, и, собственно говоря, снабдили противника необходимой ему информацией, в результате чего юг был сдан. Это был, как говорится, их уровень, и они вполне могли это сделать. Теперь давайте разберемся с Израилем. Очень похожая ситуация. Но какого-то конкретного генерала, я не знаю, я не стал бы в данной ситуации обвинять, просто у меня нет такой информации, кто там из генералов как действовал. Мне кажется, тут вся система то ли коррумпирована, то ли неправильная. Понимаете, одно дело, когда Украина воюет с Россией, которая на порядок мощнее на тот момент была, имела... Ну, на юге там у нас, ну, в 10 раз больше танков, в 20 раз больше самолетов,
в 3 раза больше личного состава, больше боеприпасов, всего больше, кое-чего, артиллерии на порядок больше, боевое слаживание на порядок лучше. Ну, то есть это была сила, которая просто наших на тот момент на юге раздавила, увы и ах. Ну, так это выглядело, давайте называть вещи своими именами. И это можно как-то объяснить, соотношением сил, предательством там парочки-тройки генералов СБУ на тот момент, да? Окей, хорошо, это объяснить как-то можно. Вот. А теперь берем израильскую картину. Там немножко все по-другому. Им противостоят полувооруженная парамилитарная какая-то группировка, типа Хамас, не обученная вести общевойсковые действия. Она обучена терактом россиянами. Видите, как вот израильский посол на Москве сейчас орет: не, Россия ни при чем, Россия хорошая, тем Россия хочет делать. Видите, как? Да, это отдельно. Говорит, оружие им дала Украина. Большой привет этому вашему послу. Да, но не важно. Вот, значит, это парамилитарная группировка, не обученная общевойсковым операциям. Она может сделать, ну как вам сказать, я бы охотно поверил, что нет злого умысла, если бы Хамас пробил дырку там 300-метровую в заборе, или километровую в конце концов, и через нее хлынули, да, во все стороны. И то не поверил бы. Ну ладно, как-то. Скорее, я думаю, вот на что был самостоятельно Хамас способен, это, допустим, точечно проломить, да, полкилометра, километр вряд ли. Вот точечно проломить забор и хлынуть туда. В одном месте, в двух местах. Окей, поверю, как-то там скажу, ну да, не было злого умысла, просто профукали. В ситуации же вашей развалилась полностью вся система. Полностью все развалилось. Все, что защищало Израиль от Газы, просто за 20 минут, за час перестало существовать как таковое, да, вот это все заграждение. Вот эти все войска, если они там были, погранслужба, просто перестала существовать. Потому что тысячи террористов пошли вглубь страны на джипах, не на танках. Если бы они шли на танках, я бы сказал, окей, проломили, ну ладно, хорошо, как-то неприятно. Вот как у нас, русские поперли на танках, окей, и у них танков было в 10 раз больше. Ну, это понятно, окей, это неприятно, но это можно понять, но не простить, но понять можно. Здесь же ситуация абсолютно другая. Значит, Бармалеи на джипах, на дельтапланах, на мотороллерах пошли в атаку, прорывают границу. Граница рассыпается, просто рассыпается перед чуваками на мотороллерах и на дельтапланах. Представляете себе, что было бы, если бы у чуваков были еще танки? Ну вот и я об этом. И они идут во все стороны, куда хотят. И часов 5 или 6 им практически не оказывают сопротивления, кроме нескольких точек. Вот, кстати, я читал интересную вещь, там оказывается в одном из кибуцов, я сейчас просто, вот, чтобы вы поняли уровень зрады у вас, да? В одном из кибуцов 25-летняя девочка, которая там была ответственная за безопасность, она взяла 12 мужиков, вооружила их, и они отбили свой кибуц. То есть они там положили кучу хамасовцев, и кибуц остался цел. Только сейчас у меня просто перед глазами нет ее профайла, я забыл, как ее зовут. Не столь важно. То есть при желании, при определенной постановке вопроса, даже барышня 25-летняя и с ней там 12 чувачков просто-напросто раскатали вот этих вот бармалеев, ну, как класс, да, они их деклассировали. В то же время рухнула абсолютно вся граница, где были тысячи, я так понимаю, людей задействованы со стороны Израиля, они не оказывали никакого сопротивления, получается. То есть одна барышня воевала, и с ней еще 12 чуваков. А эти все, вот то, что стояли там, да, сколько там километров? Они что делали? Вы понимаете? И вы хотите сказать, что там зрады не было?
И что там ни у кого рыло ни в пуху. Это не зрада уровня капрала какого-то, который сдал там 20 метров, сделал дырку на границе. Это не зрада полковника какого-то, нет. Это зрада на уровне, чтобы вы понимали, чувака, который принимает решение абсолютно по всей границе. Вот, вот, вот там, там такая буква Г, граница буквой Г идет. Вот. И она длинная. То есть это зрада на уровне чувака, который принимает вот эти все решения. И эта зрада вполне возможно идет и выше. Или же это может быть даже не зрада, а так сказать, превратное понятие государственных интересов. И вот это самая, с моей точки зрения, вероятная ситуация в данной ситуации, в данном случае. Я почему-то не думаю, что вот кто-то взял деньги, хотя Таньягу, Бог его знает, там же Сарочка, тоже могу. Все может быть. Будет, будете, вам будет чего расследовать, я вам одно скажу. Вот. Так что, может, там и деньги сыграли роль. Все, что угодно могло сыграть роль. Вот. Или какая-то зависимость от Путина. Вот. Два года, вдумайтесь, два года чуваки готовили вот эту операцию. Задействовано 1000 человек. Или 2000 человек, этих бармалеев задействовано. Которые полезли на границу. Вы типа ничего не знаете об этом. У вас самый лучший, как вы говорите, самая лучшая разведка. Вы не в курсе дела, никто не в курсе дела, они нападают в границу, граница за 20 минут перестает существовать, и они идут на мотороллерах в атаку. Вы где-то слышали, чтобы позиции регулярной армии пробили мотороллерами? Я нет. Они бы еще на велосипедах, они, кстати, и на велосипедах, и на конях атаковали. Не, ну это трепендец, ребята, вдумайтесь, вам кто-то конкретно вешает лапшу на уши. Потом через 7 часов собрались, да, остановили там всем. Через 7 часов. А где армия была? А где полиция? Вы что, смеетесь? Вот так вот, ребята. Вам рассказывают сказки. Все, что я могу сказать. И поэтому я, учитывая масштаб катастрофы, да, масштаб катастрофы, я говорю, что вот ваш премьер-министр, несменяемый Ким Чен Нат, или как там, Ким Чен Ын израильского разлива, которого вы взахлеб избираете постоянно раз за разом, прямо или косвенно, с моей точки зрения, виноват в действии, либо бездействии. И несет прямую ответственность за гибель ваших же граждан вокруг сектора Газа. Всем привет от Павла.